Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Новые скрижали. «И сказал Господь Моисею, вытеши себе две скрижали каменные, подобно прежним, и взойди ко мне на гору. И я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там на вершине горы, но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил Господь: Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый и истинный, сохраняющий правду и являющий милость, и тысячи родов, прощающих вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающих вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. И пробыл там Моисей Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил. И написал Моисей на скрижалях слова завета, десятословие. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились к нему все сыны Израилевы, и он заповедовал им все, что говорил ему Господь на горе Синае. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.